это Питер. Оставьте сообщение. Питер, куда ты пропал? Ты меня кинул в этой шляпе, я просто урод. Почти попали. Думали, что смылись от меня? А вы точно там, где мне и нужно. Сюрприз! Пусти, пусти! Затем он просто спикировал, как монстр, схватил меня и поднял меня где-то метров на 300 и бросил. Как вы нашли меня? Встроили жучок в мой костюм? Я встроил все в твой костюм, включая обогреватель. Так-то лучше, спасибо. О чем ты думал? У того парня с крыльями опасное оружие. Я должен схватить его. Схватить его, значит, да? Полегче, Шерлок, с этим есть кому разобраться. Мстители? Нет. У них высокий тариф. В общем, мистер Старк, не нужно было приезжать сюда, я справился бы. А меня здесь и нет. Слава богу, здесь есть Wi-Fi, иначе тебе крышка. Благодаря Ганешу. Спасибо. Забудь про этого стервятника, умоляю. Почему? Почему? Потому что я так сказал. Простите, я говорю с подростком. Держись поближе к земле, сосредоточься на помощи простым людям. Вроде леди, что купила тебе чура. Будь дружелюбным соседом, человеком-пауком. Но я уже готов для большего. Нет, не готов. Вы считали иначе перед боем с капитаном Америка. Поверь мне, если бы капитан хотел, он бы уложил тебя. Послушай меня, если еще раз наткнешься на это оружие, звони Хэппи. Вы за рулем? Знаешь, никогда не рано задуматься о колледже. У меня есть связи в MIT. Пока. Нет, я не хочу в ко... Мистер Старк! Мистер Старк больше не на связи. Супер. Держаться поближе к земле? Что это значит? Ух ты! Привет, я уже возвращаюсь. Я звоню сказать, чтобы ты не приходил. Послушай. Вы говорите Паркер! Пенис! Пенис! Паркер! Прости, Питер. Все-таки мы неудачники. Увидимся завтра. Увидимся в школе, пока.